Наверное, ты устала от меня. Я вот пересмотрела свое поведение. Буду хорошим с сегодняшнего дня, чтобы ты отдохнула. Ну вот, Рос, вот как ты будешь его сейчас? Баба с воздуха сейчас? Были легче. Молодец, да? Правильно. Ну а что, правильно прожил молодой жизнь. Еще. Молодой. Ну что, ну что ж, чему жизнь научила? У нее сейчас хороший мужчина есть. Он воплощает ее мечты, то есть они катаются на... Хорошо. Нет, а сын ко мне приходит. А вы сейчас для я чего недалеко живу. Девчонкам, которые будут за вас бороться? Что у вас такого особенного? Почему мы должны вас рекомендовать? Ну что я сделал первое? Я бросил бухать. Молодец, когда? Что я всем вчера? Мужчинам желаю. Вчера? Позавчера? Нет, я уже месяца, ну месяца два, но... То есть там, видимо, конкретно эмоции человека захлестнули. Я особо, я не запойный был. Нет, теперь все вообще. Отсюда появилась энергия, захотелось развивать школу, а захотелось зарабатывать нет, деньги. Нет, конечно. Вы хотите детей? Всего. Я, естественно, я планирую в будущем детей. А от меня готовы? Пока нет. А что надо, чтобы готова нет, была? Нет, ну надо же узнать. Слушайте, ну как может женщина ну, через минуту знакомства сообщить, что она хочет от мужчины? Ой, от некоторых посмотришь, и я готова была. Юль. Чего вы так тушуетесь-то? Вы симпатичная москвичка, да? Я из Королева. Хочет выглядеть лучше, молодые чем... на свадьбу, да? Ну да, если была такая возможность, я был бы первым. Ну, молодой, 27 лет всего. Скажите, и однажды вы пошли с ней на свадьбу? Мы пошли с ней... Она, в принципе, не нравилась вашим друзьям, да, никому? Нет, друзьям она нравилась, и мы отдыхали вместе с ее друзьями, с моими, ну, в основном с нами друзьями. А что она там на свадьбе-то отчебучила? А на свадьбе получилось так, что она меня попросила налить напиток. Я ей налил, и во время тоста, когда мы стали выпивать, оказался это не тот напиток, уксус. Который она вы просила меня налить. Пошутить. Там была обычная вода. Ну, я на самом деле не шутил. Я ей искренне наливал тот напиток, который она меня просила. И что, вот из-за этой ерунды она что? Из-за этой ерунды она обиделась, да, и со мной не разговаривала в течение вечера, и даже... Я бы тоже обиделась, если бы я попросила стакан водки, а мне бы налили стакан воды. А я бы испугалась, подумала, что что-то происходит с организмом. Не жалко, да, то есть водка там, она просто там рекой лилась на этой свадьбе, поэтому... Просто не хотели, чтобы ваша барышня стаканами ее кушала. Нет, это серьезный повод. Потому что когда ты уже настроился вот это вот скушать стакан-то, и вдруг тебе вода, это не на один день может испортить так настроение. Сереж, вы должны были призадуматься. Ну, смотря как еще девушка себя преподносит. Ничего, из-за этого расстались? Слава тебе, Господи, нет, что расстались. Нет, мы расстались. А из-за чего? Мы расстались, ну, мы ссорились очень часто. И после очередной ссоры, мы месяц не общались, я решил с ней приехать поговорить. Я приехал, уже дело было позднее. И когда я увидел, я, во-первых, что мне бросилось в глаза, это то, что она была одета полностью не в свою одежду, а там была мужская футболка, мужские шорты, мужские шлепки. И когда я только начал с ней разговаривать, я еще понял, что она мало того, что не в своей одежде, так она еще и на веселье. Угу. Правильно. Потому что тот-то ей наливал вместо воды, то, что надо. А потом они играли в раздевание. А потом в диване. Потом я ей предложил отвезти ее домой, на что она сказала, что она очень устала, хочет спать, и предложила мне остаться у них дома. Ну, естественно, я не согласился, но я ее проводил до квартиры. И когда я увидел, что это однокомнатная квартира, в которой стоит всего одна кровать, ну, тут... Нет, она правильная девушка, и простуду она с молодым человеком лечила в бане. Да? И простуду она лечила с молодым своим бывшим человеком тоже в бане. А как ее по-другому вылечить, что простуду? Только стакан? Либо стакан, либо сауна, да. Но она молодец. Нет, как он вообще на нее внимание обратил? А все сделал правильно. Пришел солидно одетый, серьезный такой. Все свое богатство показал. Вы уж точно голодать с ним не будете. Вы королевишна, а он пускай вот такой вот будет. Классно, зато сразу просто вот... И прописки, и все остальное. И мама не против. Отрицательные героини современных сериалов выглядят так. Такие щучки приезжают и находят вот таких, как Андрюша, облапошивает их, заполучает все, а потом выходит замуж по любви. Опаньки, как тебе, Вась, жених? Ну, на самом деле, это такой вальяжный, неспешный, несуетный представитель семейства кошачьих Львиного, который вам все-таки подходит. В нем, поверьте мне, есть и харизма, и темперамент, который, может быть, не сразу, но проявится через какое-то время. К нему имеет смысл присмотреться определенно, хотя действительно внешне есть ощущение, что это непривычный для вас стиль, тип поведения. Ты хотел сделать приятное, а она это почувствовала. Я вызвал у нее улыбку. Заставила страдать женщину, ребенка.
Это был выбор не мужчины. Любя. Это был не ее выбор. Почему она настоящая всегда женщина может закрыть дверь перед носом и сказать, вашим... возвращайся в семью? Всегда женщина не может сказать. Вот. Знаете, как хорошо говорить про друзей. Да. Игорь. Вопрос не к Наташе, а к ее мужчине. Да. К Татарину. И что? Татарин! Мне. Роза, татары вот такие люди. К мужчине нет надо... никаких вопросов, ему нет, потому ему, что ему для было них... определяться. Ему надо было определяться, а не ей. Ему он надо было определяться. Так, ей это устроило. Татарам можно туда-сюда. Не он всем. Же из семьи-то не ушел, всех содержал. Нормально. А это мы, кстати, не знаем, содержал он, не содержал. Хорошо, вы не будете, если у вас все сложится, упрекать, не будете все время сравнивать? А здесь вообще упрекать ни в чем никого нельзя. Вот видишь, молодец, правильно, совершенно он правильно же, говорит. Я тут досье прочитала. Ага. Вы изучаете древнее китайское учение даосизма. Да. Это что такое? Интеллект. Даосизм – это, так сказать, древняя китайская наука о любви. Ага. Да? Разве? Каким образом? Да. А разве это не философское учение? Нет, это учение, как достичь мультиоргазма. Это как нет. достичь Смотрите. Мультиоргазма, правильно? Вот куда вы будете все свои деньги вкладывать. Вы этим конкретно увлекаетесь. Это что этим значит? Этим направлением. Сколько там по времени-то? Если говорить конкретно, до 6-7 часов чистого Опаньки, оргазма. Опаньки, девочки, зачем ему работать? А потом все, потом просто этот человек же умирает. А может, как раз он свою на это ты подсадил, бедный наркоман стал. Наоборот, она его ведь не подпускала близко к себе. Ну, после одного сеанса. Практика была. Девочки оживили за 6-7 часов. Смотри, как загорелось у всех развратников. Сколько было? Я тут танцевал 100 часов, а он 100 часов. Ну ладно, проедем. Какой ужас. Нет, я боюсь, что после этого долго не нужно ничего уже. Ты уже все планы, я бы уже репертуарную книжку 10 раз бы в голове бы проверила бы текст в это время, а Серим бы изображал, говорю, да-да, ага. Так, завтра надо Верке не забыть позвонить, значит, взять с собой туфли. Ага, дорогой, конечно. Ужас, зачем? Это как с утра на завтрак торт. И они вечером считают, торт. Что это сохраняет здоровье. Вообще даосы помешаны на долголетии, и они считают, что вот эти мужские хитрости, ужасы эти, они сохраняют мужчинам Только здоровье. Только женщинам это не нужно, поверьте. Он очень сложный человек. Интересный, но сложный. Саня, так вот честно, вот мне вот чисто по-женски. Вот если 7-часовой оргазм, а после этого постирушка, еще погладить нужно у детей, проверить уроки. Ты не то, что ты после 5-минутного на дрожащих ногах уже там ничего, у тебя все из рук валится. А 7-часового... С одной единственной поправкой. Он говорит про свое состояние, а не про женщину. Это у Нет, него я говорю чисто про женщину. Про женщину? Я думаю, он про себя говорит. Нет, то есть точно не до постирушки. Сейчас посмотри, как всех зацепило. Да. Если говорить про практику... Не, про вашу бывшую. Про бывшую? Хорошо, хорошо. Так вы же все возвращаетесь. Не те акценты, хорошо. Об этом в другой передаче. Ну так вот, значит, про бывшую. Почему не подпускала? Ну, она своеобразная женщина была, да? Она была скрытная очень, да, и знаешь, она... Да? Одна не знала, не что знала, женат, да. другая девушка я не знала, не знаю, что сектант. Я не знаю, что за наивняк такой. Но... Когда начались первые звоночки, когда вы стали догадываться? Смотрите, изначально как бы получилось так, что он перестал за собой как-то следить, ухаживать, и я что-то подумала, что это как-то странно. Потом, значит, он стал пропадать. У него какие-то появились командировки. Потом, случайно, я залезла в компьютер, наш общий, да, и увидела видео, которое меня, конечно, немножко повергло в шок, да, то есть это на видео было, значит, молодые люди с девушками, это уже смеркалось, сумерки, вот, горел костер, и вокруг этого костра они бегали, танцевали какие-то непонятные для меня танцы, вот, и... Ну, может, накатили по стакану-то и изгаляться-то, кто это? Чего не станцуешь? Конечно, кто это не занимался? Да нет, что как-то прям упало было. Ну что ж странного, ну прыгали, даже если они голые прыгали, ну по молодости, кто это? Развлекались уже. Он у меня был старше, ну какой по молодости, ему там уже было 28. А вы ему не задали вопрос, а если сильно перепугались, почему чемодан не собрали? Ну, я решила сначала поговорить. Угу, поговорили? Уже, да, поговорила. Сначала он меня успокоил, сказала, что все в порядке, Наташа, ты зря переживаешь, все хорошо. Ну, если чтобы ты убедилась в этом, пойдем со мной вместе сходим. Ну, сходив. Да, я пошла. Но я постоянно... Мне сначала хотели, да, то есть вместе с ними там скакать, прыгать. Я говорю, нет, давайте я в сторонке постою, посмотрю, понаблюдаю за этим. А сколько вам было лет? Мне было 22 года.
И ему, соответственно, да? Ну, он был у меня постарше, ему было где-то 26-27 лет. А попить ничего не дали? Подождите секундочку, и что вот вы туда пришли? Действительно, правильно мне задали вопрос, и попить ничего не дали? Дали, пытались дать, я ничего не стала пить. А вам предлагали что? Да. Какой-то алкогольный напиток, непонятного какого-то запаха. Много было народа? Ну да, человек 20. Как вы узнали, что это сатанисты? А была произнесена фраза, точнее слово, имя Люцифер. Какой ужас. Да, и вот после вот этого я, конечно, услышав это, откуда-то еще не возьми, взялась кровь, и они начали себя ей этой кровью мазать. Боже мой. Значит, у нас ничего еще история, я вам могу сказать. Люциферов не было. Скажи, почему Наташ после этого не сделала ноги? Почему потому не убежала, не собрала? Да, может быть, даже вещи оставила. Любила я его, были у меня к нему чувства. Я не могла вот так вот разорвать. Скажите, ну а как же принципы внутренние? Ну не все были. Да, да, были принципы. И ходила с батюшкой, разговаривала. А батюшка что сказал? Предложил привести его. Да, привести. Если не крещен, значит, покрестить, исповедоваться и так далее. И только вы когда так предложили это своему молодому человеку? Нет, нет. Мне кажется, ужасно, да, сказывается на психике вообще, если так такая ситуация. Для меня это до сих пор осталось нерешенной. А мне, знаете, какая вот есть версия у меня? Мне, правда, по молодости лет муж говорил, я приняла к сведению. Говорит, лесом пахнешь. Я говорю, почему? Одеколон такой, нет, лежишь как бревно. Понимаете? Все возможно. Может, вы как раз не темпераментная в этом же? А мужчине же молодой, ему же надо, поэтому медитировать. Вот и забил. Может быть, у вас причина, Тань? Возможно, я не сомневаюсь, что в тот момент я не совсем выросла, не поняла, что мне нужно от жизни, но я не скрою того, что я его любила. Сейчас я выросла, я посмотрела на отношения, опыта набралась. Конечно, сейчас я знаю, что мне нужно от жизни. Вот кроме того, чтобы у мужчины была трехдневная щетина, что вам еще нужно? Мне очень важно, чтобы я чувствовала себя с мужчиной в своей тарелке, чтобы не было... Прожила? Никогда у меня такого красавца не было и не будет уже. Вот с таким телом, с такими татуировочками. Хоть глаз бы порадовал. Спасибо. Говорят, танцуете так, что глаза могут лопнуть. Ну, можем, показали, да. Показали бы вот можем эту красоту, хотя бы еще нам по-стариковски осталось. Тут посмотреть. А, Максим, слабо? Чтобы есть. Дура ты, для меня весла. Я что, тебе какая-то с улицы, что ли? Нет, ну сейчас. Да сейчас прямо. Может, она воспользуется служебным положением для нас. Это тебе и девушка посмотрит. А вы для нее как бы? Не надо для меня, для нее не надо. Максим, музычку поставим. Максим, только чтоб как в кино, вот это прям бле-бле. А, вот так, в мою сторону можно. Я попробую, конечно. Ой, Максим, Максим. То, что у него хорошее телосложение, то, что он умеет танцевать и заработать стриптиз-клуб, это еще ни о чем не говорит. Говорит, пришел жениться. Максим, поднял настроение. Не надо, не надо! Садитесь пока так. Остыньте немножко. Садитесь. Таня, я прошу прощения. Дорого стоит вот это вот все? Недешево. Больно, наверное? Нет. Да ладно, я тут про душевную боль. Душевная боль дороже Максим, стоит. Максим, сколько было лет, когда женился? 29-30 лет. Ну, уже не мальчик. Тоже, ну, была, да, небось, уже красавица. Красавица, да. Очень красивая. А на каком году жизни решили, что, в общем-то, можно и попараллелить? У вас ведь был не треугольник любовный, а квадрат. О, наверное, где-то через года 4. И то и не я решила, что можно попараллелить. Просто я как бы всегда был в семье, все в семью, работаем, то есть... Ну, то, что и немножечко работа, там на сторону сходил, да, это же вообще не в счет. А куда такое же? Нельзя же одной, она же подавится. Ну, да. И что? А у нее кто появился?
Ну, у нее появился там кто-то, да, такой. Попроще, надеюсь. Ну, да. Или коллега. Нет, попроще. А может этот еще поиграть? Вот так вот. Вот так. Игорь, а у тебя душа красивая. Дима, коллега мой, да? Тоже, да, можно. До Димона очередь дойдет. До Димона дойдет. До всех дойдет, да. Я Максим. Так рада за вас. Я когда прочитала в требовании, что вы хотите, чтобы ваша жена видела людей насквозь, я причем сразу Ларису представила, но даже не это. Самое главное, чтобы она инквизитором была. О! О! О чем человек мечтает. Скажите, а что там было на фотографиях вашей возлюбленной? Чтобы ей потом распили. Да. Она выложила фотографии своего корпоратива в социальную сеть. И фотографии там не в лучшем виде. Корпоратив был в самом разгаре. Да, Волочка, и... вот что бы там ни было на этих фотографиях, вот я считаю самой большой глупостью, когда человек все выкладывает в интернет. Я в лифте, я с Розой, я, это... особенно если подпишись, я кушаю, вот это взрослые тети известные из телевизора, я кушаю мороженое. Это зачем? Скажите, это что сегодня за... Я этого тоже не понимаю и не могу понять. А что там было на фотографиях? Она сидела в директорском кресле и каждая, и по ноге на ручках от кресла, что ли? Да нет, просто ее приобнимали ее коллеги и... Я считаю, что бывает это так на работе, мы все тут встречаемся по 40 раз в день, со всеми целуемся. Фотографии поближе сдвинули, чтобы войти в кадр все, да, вместе. Да, сблизились, уткнулись носом друг к другу. Что будет лучше, если никто не будет обращать внимание на твою женщину? Арабские Эмираты его ждут. Я собственник, и я считаю, ну, что хорошо. Если женщина моя, то она должна быть только моей. Она там уходила иногда по телефону долго-долго, там что-то разговаривала с коллегами. Да, так и было. А это вам постоянно. Нет, чтобы один раз превратиться в ухо одно и подслушать, о чем она там говорит? Вы ей выпиливали мозг. Я не такой, я хочу, я требую того, чего я хочу. Я не рассказала? Считаю, что я должен слушать ее разговоры, мне это ни к чему. Ну, вам же хотелось знать, почему они звонят. Мне хотелось, да, чтобы они не звонили. Слушайте, а если они по делу звонят? Ну, всякое бывает, выходные. Ну, когда по делу, можно четко поставить себе цели и прийти к консенсусу. Но никак не хихикать, как... Здравствуйте, Маша. Здравствуйте, Валера. Вы принесли документы? Принес. До свидания, Маша. До свидания, Валера. Ну, как? Не совсем а так, вы знаете, когда коллеги друг друга обсуждают, кого-нибудь третьего из своих коллег, все хихикают, все игриво настроены. Я не думаю, что в ее адрес сыпались какие-то безумные комплименты. А кем она работала, кстати? Она работала топ-менеджером в банке. А что там смешного-то? Да она просто сплетничала с кем-то, и все про начальника. Например, ты знаешь, как он чай пил? И дурно ложечкой стучал. Нет, было на самом деле не так. И мне кажется, расскажите, а как было? У нее было несколько человек в подчинении, и мне кажется, что она с одним из них кокетничала, потому что на всех фотографиях, по крайней мере, на корпоративе она с ним. А почему она с вами-то тогда жила? Ну, говорила, что любила. А может, вам выгодно? А на вашей территории жили мы? Да, на моей. Во! А содержали вы поди? Ну, нет, пополам. Ну, как бы, знаете... Ну как, она себе-себе, да, а та вы ну, как все как на всех. Во! Владимир, может, она просто в профессиональном плане вас обскакала, и вы ревновали ее не столько к сотрудникам, сколько и к успехам в банке? Да, ну нет, она была не последним человеком. Знаете, работа у нас осталась на работе, а дом у нас был все-таки домом. Мы не сильно обсуждали друг другу успехи. Владимир, ну ушла-то она карьерная. От вас, а не вы от ревности ее бросили. Она не вынесла уже этого бесконечного полоскания. Видимо, я ее слишком сильно любил для того, чтобы ее бросить. Владимир, а как вы считаете, вы уже отревновали? Да, отревновал. Блин, невозможно слишком сильно любить. Можно либо любить человека, либо просто не любить. А нравится Леночка? Ну, у нее что-то есть интересное. А возраст не смущает? Возраст? Два года разница. Да, знаете, на самом деле, возраст, мне кажется... Знаешь, как постареет быстро? Через 5 лет будет выглядеть на полтинник. Его скукожит, скрючит всего. Морщины появятся. Нет, если будет давать повод... А вот мне вы говорите, что глупый человек не выживет просто, что... Он хочет в любви страдания, он хочет живого чувства. Вроде бы все правильно говорил, но он... нуждается, чтобы отношения были на нерве, чтобы были поводы эти отношения повыяснять. Но не будет ревности, будут другие конфликты и скандалы. Замечу, не он из отношений выскочил, как пробка, а девушка уже просто не вынесла этого внимания души. Есть девушки, которым это будет приятно, которым кажется, что они живут, когда отношения все время меняются, когда они на нерве, на надрыве, и он такой же. Знаешь, какой он в старости будет чудовище? Это самый сексуальный тип на самом деле. Это люди, которые прекрасно реализуются в активных сексуальных отношениях. И у них бывает, кстати, меньше конфликтов, когда жизнь... В активных сексуальных отношениях. Я должна это переварить, Вася.